все, сейчас полетим. Ай, ой, что-то у меня тут не хватает. Дай сюда, это мое. А у тебя нету как где отдыхаться? У меня есть где покушать, короче. Вот вам рекламка, все скачивайте мое это предложение, вот это. И мы там будем кушать в приложении, да? Вот тут, и мы будем кушать из-за вас. Короче, смотрите, это он раздевается перед тем, как купаться в речке. Это он идет купаться в речку. Это вообще какая-то ракета. Это холодильник. Ты только закрываешь микрофон. Я его не закрываю, но вот. О, а это сюда каблукам нельзя, этим, вот, заучкам. А это что такое? И алкоголикам. Я тоже с очками. Капец, оно шумит. Вот это вот фигня шумит. Мне кажется, я в итоге психану, это будет выглядеть примерно вот так, без полета. Ого! Что-что? Сними очки, ты в приличном месте. Но я так плохо вижу. Так тебе ж спокойней. Блин, через камеру все хорошо видно. В przypadku, gdy maski tlenowe wypadną z panelu nad Państwa głowami, należy zdecydowanie pociągnąć maskę, by uruchomić przepływ tlenu. Następnie należy nałożyć maskę na nos i usta i oddychać normalnie. Tlen jest dostarczany do maski nawet w przypadku, gdy torebka nie napełni się powietrzem. Maskę należy dopasować pociągając za gumową taśmę. Dorośli podróżujący z dziećmi proszeni są o nałożenie maski najpierw sobie, a następnie dziecku. Kamizelki ratunkowe znajdują się w kieszeni pod Państwa siedzeniem lub panelu. Prosimy o włączenie tej funkcji teraz. Laptopy muszą być umieszczone w bagażu podręcznym na czas kołowania, startu i lądowania. Na pokładzie samolotu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Dziękujemy za uwagę. Szanowni Państwo, w tym typie samolotu kamizelki ratunkowe. Czas. А, нет, нам будет взлетать так сделать. Нам будет кому-нибудь взлетать, сделать. Мы будем нас снимать или то, что видно. А это с парнем про что-то. Тебе лучше, наверное, нас, а потом уже когда лететь будем вот это. Потому что мы ржачнее, да, чем вот это вот отрывно. Да. У нас мимо. А, мы так разгоняться будем? Я не знаю, как мы будем разгоняться, но мне уже весело. Когда папа был рядом, мне не так стрёмно было. Да, у меня был стимул меньше бояться, чем он. А папа боялся? Да? А папа без нас летел. По обратно. Ну, а первый раз мы же вместе с тобой летели вдвоем и с Радомиром. Радомир спокойнее всех перелетел. Логично. Он, наверное, до сих пор. А он и не помнит. Он спрашивает, когда он полетит на самолете. Он не помнит. Логично, что он не помнит. Да все, уже не страшно. Да, это пока. Это уже. А что, что мы уже мокрые? Лифчик отлеплю. Дикари. Мы? Нохту. О чем он? Падаешь? Да. Или опускаешься постепенно? Ну, временами падаешь, временами...
начинает парашют надувается. Но пока тебя тянет, оно ж парашют этот не надует. Еще раз. Пока он не надуется, оно так падаешь. Нет, мы еще походу не завернули. А может и завернули. Вроде бы начали ускоряться. Сейчас еще последний поворот. Ну, не знаю, но вон просто машины всякие. Сомневаюсь, что тут были, мы бы так тормозили. Ну да. Сейчас еще как завернет, как загудит. Вот тогда уже, значит, шума. Я хочу, я не знаю, я думаю, с парашютом прыгать. Мне кажется, я у меня слез не хватит. Не знаю, я Насте уже 30 лет, думаю, с парашютом прыгать. Ну, не 30, поменьше, но... На любом месте прыгнет. Да, ну я пока не готова. Куда я лазила? А, я на этой в Одессе поездила, на этой, нахватила. Зачем мне парашют? Помнишь мою дикую реакцию? Да. Ну, сначала не было странно, потому что это называлось? Фуникулярный минимал. На фуникулёре в Одессе это вообще, да, я очень кричала. Да, потому что оно реально странно. А ты на подъемниках в этом не была, в Буковеле? Не была. Ох, там вообще. Там где еще дырка нормально закрыта, а там где-то выехала, прошу дать себе закреплено одним из вот этих. Не хочу. Это вот сейчас самолета хватит. Отвезти тебя, потом прилететь обратно, потом опять. И мне это хватит на 10 лет. О, у тебя прямая. Ой, да, все. Да. Что ты на это накручиваешь, нагнетаешь, вот? Потому что я кипишная. Ты покраснела. Ну, я волнуюсь. А страха обычно сильнее. А у меня кровь в голове. Тоже, если падать, то уже, короче, не больно.
темно, тут так светло. Ну, тени. Смотри, она на великана похожа. Это тени от облаков. Она на великана похожа. Да, это тени от облаков такие светлые. Прикинь, насколько облака затеняют. Наш лендинг. Давай, переключим мы это. Надеть свои наушники. У меня их нет. Thank you.
приехала. Кстати, горят огоньки, глянь, как клево. Видно, видно. Не прям видно. Как я в душу. Уже не видно тут огоньков, да? А они там посадочные были, да. Ну, клево приземлились. Лучше, чем тогда, когда с Одессы летели. Когда с Одессы летели, мы трижды над Жулянами облетели, а когда мы летели в Одессу, у них была трасса, они мы вот так вот приземлились. Да. Просто трасса. Ну, и трасса. Что там у тебя такое? Меня не видно.